школьники в предвкушении каникул. В загородных лагерях тем временем наводят последний лоск. В Мечте завершен косметический ремонт помещений. Капитально отремонтированы санузлы, обновлена мебель. В каждом корпусе установлены автономные источники теплоснабжения на основе водогрейных котлов. Стены украшены живописными панно с изображением птиц и животных. В настоящий момент подготовка лагеря находится в завершающей стадии. Отработали все службы контрольные, это имеется в виду МВД, МЧС. Активно работаем с санэпидемстанцией. Позаботились здесь и о дворовой территории. Покрасили турники, качели, горки. В ближайших планах установка нового игрового оборудования. Лагерь будет работать в 5 смен. Первый заезд 27 мая. За сезон здесь оздоровятся почти 3000 мальчишек и девчонок. Стоимость путевки 570-580 рублей в зависимости от возраста ребенка. В нашем лагере большое внимание уделяется безопасности людей. Случайных сотрудников мы не набираем. Каждый сотрудник проходит проверку через РУВД в соответствии с законом о защите прав ребенка, а также с кодексом об образовании, чтобы быть в полной уверенности, что дети находятся в безопасности и под присмотром. Мальчишек и девчонок готовы принять и в оздоровительном лагере Щадково. Среди вековых елей и стройных сосен ребят ждут благоустроенные двухэтажные корпуса с уютными комнатами. К приезду детворы здесь установили кондиционеры. В столовой появился новый музыкальный центр. В пищеблок закупили современную технику. Благодаря нашим воспитателям наши дети и поют, и танцуют, и декламируют стихи, и рисуют, и занимаются лепкой. Со стороны привлекаем наш Бобруйский театр, Могилевский театр приглашаем. Уделяем большое внимание патриотическому воспитанию, приглашаем ветеранов. Приглашаем сотрудников милиции, сотрудников МЧС. Весело и активно провести время можно в бассейне. Здесь, если нужно, научат плавать. За ребятами присмотрит опытный тренер. Еще мальчиков и девочек ждут современная спортивная площадка с искусственным покрытием, новые тренажеры и просторный амфитеатр. Плюс безопасный веревочный городок. Сейчас он на стадии монтажа. Работы вот-вот закончат. Мы готовы к оздоровлению наших детей. Рассчитано всего 5 смен. Первая смена начнется 27 мая. За одну смену мы оздоравливаем 63 ребенка и в целом мы оздоровим 315 человек за весь сезон. На летних каникулах в Могилевской области планируют оздоровить около 46,5 тысяч школьников. Это на 1500 больше, чем в прошлом году. В круглосуточных лагерях отдохнут почти 19 тысяч ребят. На эти цели и средств республиканского бюджета для региона выделено 7 400 000 рублей. Татьяна Горбач, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.